Всем привет, меня зовут Наташа Гром, и я очень рада, что ты это сейчас смотришь. Если ты любишь фильмы «Форсаж», то этот ролик для тебя, потому что я побывала именно в таком месте, где был аналог такой вечеринки. Соответственно, на парковке в ТЦ «Гагаринский» собралось куча машин, именно японских, куча красивых девчонок, несмотря на то, что это был апрель. Видео показываю сейчас. Ну, блин, так получилось. И, к сожалению, не могу вместить всего, что там было, потому что очень боюсь, что видео снова будет большим, и вам будет неинтересно смотреть.
Наверняка каждый из тех, кто посмотрел этот ролик или смотрит сейчас, ну, как бы задумался вообще, о чем этот ролик. Что за мероприятие такое я снимаю? Это выставка шоу культовых японских автомобилей Japan Car Party Tokyo Drift. Все это происходило на парковке третьего уровня торгового центра Гагаринский, что по улице Вавилова. И, соответственно, там несколько компаний собрались и организовали ежегодное шоу. Также была выставка боевых японских автомобилей, подготовленных под дрифт, ну и музыка от диджеев, конкурсы от MC, мотошоу «Стант» и сообщество японских автомобилей Japan Cars, проекта Fast Family, журнала Custom Culture и, конечно же, всех-всех, кто поддерживает этот фестиваль, и с каждым годом людей становится все больше и больше. Вам было максимально интересно, и если вам это понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Следующее видео будет совершенно другое, поэтому не переключайтесь.